еще более ответственно готовимся, потому что «Динамо» очень хорошая команда, и игровитая, поэтому будет, я думаю, еще тяжелее, поэтому все ребята настроены только на победу. Нужно также играть по заданию тренерского штаба, как мы играли в прошлый матч, только еще дисциплинированнее, не удаляться и постараться реализовывать свое большинство. Как считаешь, стоит обращать внимание конкретно на каких-то лидеров «Динамо»? Ну, конечно, им нужно уделить больше внимания. Ребята очень хорошо реализуют лишнего, поэтому против них, конечно, нужно вдвойне сконцентрированно играть. Сегодня новый день, новая игра, и надо настраиваться только на победу. Уже ту игру забыли. Идем дальше, двигаемся вперед. Мы будем играть свою игру только на победу. В чем добавить? Да, во всем добавлять, я думаю, надо. Но хорошая была игра с «Локомотивом», командная игра, и мне очень понравилось. В принципе, так надо всегда играть дружно, друг за друга, и все будет хорошо.